Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Forever, Венера, Гусанек, People, All-TV, Кирилл Геймер, Smart, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня нас ждет очень сложное испытание, потому что нас будут мочить толпа марионеток, и мы должны добежать до синей башни по этим бортикам. Себе текушки, приятного аппетита, погнали. Включаем искусственный интеллект, давайте проверим, что с этого получится. Ого, они быстрые. Я, кстати, ребята, еще выкрутил максимальную им скорость. Они очень агрессивные. И мы добавили двойной прыжок. Это очень круто. Смотрите теперь, как я смогу паркурить офигенно. Ну что, ставьте лайкосик, чтобы я прошел до синей башни. Обязательно. Если вы не поставите, то, конечно, мне не получится этого сделать. Я поддался специально первый раз. Блин, я испугался. Я их очень боюсь. Постоянно у меня на лице этот скример вонючий. О, давайте попробуем до того аж бортика допрыгнуть. Раз. Нет! Это очень сложно. Ну что, давайте еще разок пробовать. А я сейчас пройду, пацаны. Я вам серьезно говорю, потому что я профессионал своего дела. Смотрите. Сейчас я точно допрыгну. Раз. Раз. Ну нет! Все, я сейчас точно допрыгну. О, ребята, мы сейчас делаем по-другому. Давайте начнем с той вышки прыгать. Оп. Оп, нет, нет! Да блин, я без записи только что пробовал, у меня получалось, понимаете? Сразу видно, лайки не ставят, поэтому мне не получается. Ребят, ставьте лайки, чтобы Дима добежал. Ну нет! Нет, твоюшка, лошматки! Да что такое? Ладно, все. Вот сейчас точно допрыгну. Смотрите, все. Я просто отвлекаюсь. Так, да, вот. Ну, конечно. Теперь что мы делаем? Прыгаем сюда. Вот, уже ближе, уже хорош. Просто надо сделать вид, как будто их нету. Ну, блин, как это можно сделать, когда они такие быстрые и такие агрессивные? Когда они такие бешеные. Прыжок. Ну нет! Да почему я не нажал Shift? Я без шифта прыгнул. Хорошо. Все, шутки прочь. Ребята, сейчас вы увидите... Ну, все. И на самом деле я поддавался. Сейчас я не буду поддаваться. Мы поняли. Да. Не, серьезно, поддавался. Смотрите, да, ребята. ЛТБ, как туда залез? Есть. И что дальше? Вот нафига я сюда прыгнул, скажите мне. Если я дальше никуда прыгнуть не могу. Надо было не по этим бортикам, а по тем прыгать. По каким? А если я залезу на вот эту низкую штуковину, они меня убьют? Давайте сейчас, кстати, да. Это и проверим. Убивают? Да, не пробуй лучше, они тебя убьют. О, я сейчас попробую аж туда допрыгнуть. Так, смотрите, разгончик, прыжок. Есть, Вот, отлично, ребята, это уже мне нравится. Смотрите, как они меня хотят замочить, но у них ничего не получится. Так, теперь я должен допрыгнуть вот туда вот. Так, блин, я даже боюсь пятки свешивать, насколько мне стрёмно. Отвалите от меня. Так, интересно. Это же дохлые марионетки валяются. Нет, нет, я так далеко прошел. Так, сейчас другую тактику подбираем. Давайте вот просто, знаете, как на скорую руку, типа я бегу, смотрите. Я живой, я успею пробить, пройти, я успею. Так, отлично, смотрите, как хорошо я выжил. Можно по низу, пацаны, идти смело, они не убивают. Воу, ага. Ну вот это вообще класс. Все, я добежал до синей башни. Нет. Давай, нет, пацаны, спасите. Я в синей башне, я дошел. Молодец. Гласяк. Так, ну теперь челлендж добраться назад, потому что надо теперь назад вернуться. Тогда точно будем победителями. Сможем, пацаны? Конечно. А может, я мало марионеток поставил? Вы не думаете? Нет, Дим, не надо. Чего надо? Мы же хотим сильно жесткое выживание хотите, пацаны. И как это пройти теперь? Вот теперь ты должен пройти. О, теперь это сложно будет. Это не пройти. Это пройти. Так, Куфил Шмерц, не мешаем. Так, смотрите. Теперь я уже знаю, как это можно пройти смело. Давайте через эту башню все-таки. Так, двойной прыжок еще не сработал. Я дошел. Так, а теперь мы должны на тот бортик допрыгнуть. Есть. Отлично. Ё-моё, это возле меня было? Да. Я испугался. Так, теперь я должен взять разгон и допрыгнуть туда. Двойной прыжок выручай. Так, прицеливаемся. Раз. Нет!
Я дошел до себя. Ну я половину челленджа выполнил, понимаете? Уже как бы это есть результат. Еще разок. Вот теперь делаем очень качественно. Прыжок. Прыжок. Ну нет! А вы заметили, что в прыжок второй замедляет? Вот сейчас я чувствую, я пройду. Есть. Вот, хорош. Они теперь все в тени вышки. Так, теперь я туда допрыгиваю. Сейчас, сейчас, сейчас. Я тоже был. Ого, тут марионеток уже умер. О, кстати, так а что? Прыжок помог мне допрыгнуть, куда я хотел. Представляете? Мне тоже, кстати. Надо его как-то использовать, очень странно. Так, как бы мне теперь туда допрыгнуть? Я смогу. Нет, я успеваю, я смогу, я убегу. Ну, я по низу бегу, ребята. Они со мной. Как она мимо меня пробежала? Блин, это стрёмно. Это очень стрёмно. Нет, я уперся об стенку. А, они сзади. Быстрее, бегите. Хотя скорость-то всю выкрут. Мы с Аней его уже выполнили. Нет. Я прям в руки им прыгнул и умер, конечно же. А давайте попробуем просто спрыгнуть и на дурачка побежать. Это возможно. Я всегда делаю. Все. А я... Вот, прямая дорога. Я так и сделал и прошел. Ой-ой-ой-ой-ой, их сколько здесь. Я смогу, интересно, пройти? Есть. Так, первая половина выполнена. Теперь челлендж добежать назад. Так, сейчас я подбираю. Давайте мы все-таки перевернем туда. Вот, есть прямая. И сейчас мы как тогда сделаем. Прыгнем и просто будем по прямой бежать. Давайте посмотрим, кто внизу нету. Блин, их куча уже здесь. Разгоняйся, прыгаю. Ой, стоп. Блин, чуть не запорол. Прыжок. Нет. Если я сейчас добегу до красной башни, я буду победителем. Ну. Отлично. Ни один не победитель, я первый. Ты не говори так. Не говори так. Ты же всегда читеришь. Я знаю. Он всегда так делает. Нет, я не добег... Ё-моё, я был метр от башни. Ребята, ставлю 200 марионеток. Это максимально, что можно сделать. Все, 200 штук. Уменьшим гравитацию. Во, а ну. Ой-ой-ой-ой, как теперь можно классно прыгать. Прыжок. Ой, как стало легко. Так, смотрите, теперь классно можно реально прыгать. Прямо в полете убили. А кому-то я там ударился, споткнулся в последний момент. Кто-то, ребята, заспамнился там передо мной как раз. Поэтому я ударился. Смотрите, как можно классно прыгать. Чпоньк. Теперь разгоняемся сюда. Чпоньк. А, все нормально. Идем. Ой-ой-ой. Они меня не видят? Видит? Видит. Будем прыжками такими большими убегать. Пойдет. Она за мной. Есть, я добежал до синего замка. Я вижу, как там пацаны бегают, страдают. Все, теперь я точно допрыгну, так как гравитация стала меньше. Вот, отлично. Теперь еще разок. Опа. Нет, ну нет, ну ё-моё, как же это сложно, у меня жопа горит. О, давайте еще сделаем поприкольнее. Хотите еще интереснее серию, смотрите. А я лечу, лечу. Это вообще классно стало. На самом деле я люблю гравитацию низкую. На ней классно выживать. Так, теперь я четко приземляюсь сюда. На голову! Да блин, кто-то головой своей меня ударил! У кого там уши у Бонни, блин? Ой. Это не я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это этот, Венера. Ой, я перепрыгнул марионетку. Да я вообще бегу. Теперь еще разок прыжок. Опа. Летим красиво. Красиво. Нет, некрасиво. Еще разок. За твоей спиной никого нет, Дим, поэтому нормально. А, да? Они все у красной башни. Я бегу туда, пацаны. Интересно, я могу вот так вот два раза прыгнуть и высоко подлететь? А ну давайте прям резко два раза нажмем. О, да. О, да, реально классно. Иди, высоко подлетел. Так. Нет, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Дим, гравитация большая, ты можешь прыгнуть просто. Я смогу сейчас, пацаны, я сейчас смогу. А если не смогу? Ты сможешь, мы тебе верим. Нет! Есть! Я что, прошел этот челлендж? Да. Офигеть, ребята, я смог. С тысячной попытки мы смогли это пройти. Так, насколько я знаю, эти марионетки умирают, поэтому мы сейчас их всех взорвем. Чтобы не очищать карту, потому что это очень скучно. Это сложно. А, гравитация пониженная немножко. Сейчас пока не будет в воздухе лететь, я потом резко увеличу гравитацию, и они все резко упадут. Ё-моё.
Ой, красиво. Только они что-то не умерли. Или умерли? Нет, умерли, умерли. Там есть... У меня просто не отображается их смерти. Тут многие умерли, есть чужие люди. А я вижу, да, у меня скример на лице. Ой. Они все страшные, красные. Это жестко. Ого, их тут! Так, марионетки, пожалуйста, не убивайте меня. Ой-ой-ой. Я их раздуплил неплохо. Так, у меня еще есть скримеры на лице, поэтому они еще сейчас будут нас убивать. Да, не за мной. Что происходит? Ой, хорошо, что на другой башне появился. У синей еще есть, они все там. Что происходит? Да, пацаны, я не сильно. Я минирую себя, я на этой башне, я ее минирую. Во. Да. Кстати, марионетки взрывают эти бомбы, когда об них сталкиваются. Все, у меня нет скримера на лице, мы их всех убили. А у меня есть. Да. А тут еще есть? Бомбы остались. Да, есть. Я минирую всю карту, пацаны. Спасибо. О, мы сейчас, короче, эти бомбы набросаем и взорвем ядерную бомбу и их активируем. Ой, красиво! Была красивая карта, поддерживаю. А Дима ее испоганил. Я никого не поганил. Теперь он черный. Ребята, прощайте. Если горизонт вылетит, я не виноват. Ого. Ого. Нормально? Все, есть скримеры на лице у кого-то? Нет. Есть. Ты что, издеваешься? Не может быть. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Гусунёк, ты псих, я тебе говорю. Всем пока. Всем пока.